Приближаемся к месту, где мы сейчас будем с Леной кататься на квадроциклах. От нас с левой стороны дорога, вот поехал автобус номер 40, а справа от нас лес, покошенное поле, здесь выгуливают лошадей и все прочее, пение птиц. В общем, все классно, конечно, но мы так подумаем, что может пойти дождик, потому что облака такие, можно побояться, что будем мы сегодня мокрые. К базе мы уже подходим, вот она виднеется впереди. Здесь есть конные прогулки, квадроциклы, пешие, отдых с детьми, беседки, мангалы, как бы, я знаю точно. Это в этом подворье уже видно отсюда издалека домики для отдыха, видеть беседок. Красивое место на самом деле, но будем полагаться, что выезд на квадриках это будет какие-нибудь горные расположения. Трассы, они здесь внизу. Какашки свежие конские, так что тут все очень миротворно по-сельскому. Хочет съесть меня? Хочет что-то вкусное. Ты взяла ему морковку какую-нибудь? Нету. А с чем ты шла сюда ему, скажи? А я не знала, такая что тут будут такие хорошие лошадочки. Белая у тебя какая опушка на голове. Скажи нам, что нет? Разникам. Ты маленькая вонючка. Майка, можно я тебе еще подъеду? Ты нам скажи что-нибудь, гусак. Скажи что-нибудь. Давай, давай. Ты же умеешь. О, вот, какие унди-ди. Вот. Что-то нам говорят. Что-то нам говорят. Дюдки, дюдки. А? Что ты нам говоришь-то? Что ты нам говоришь? А? Поросята, поросята. Чилики носы. Чилики носы. Чилики носы. А? Чилики носы. Я тебе говорю, дождик будет по-любому. Мы приехали вовремя. Вот, тут уже побольше боровочки. Вася, 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 Вася. Есть у него среди вас Васьки? Вон Васька сидит. Большой, здоровый. Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, вон он. Он какие ухи там, смотри, какие ухи там. Пост огромный, видишь, красные такие. Рыло. Белопородистая. Это вьетнамские буравки. Тут тоже поросятки. Какой-то мохнатый. О, какой мохнатый. Ну-ка, мужики, дайте подрогаю. О! О! Поросята. На мясо вас бы, на сало бы. Да, Васек, да, Васек, на мясо тебе, на сало. Ох, ты любишь, что тебя за голову потрепали, да? Не нравится? Какая тебе холка красивая-то, а? Вот тебе сейчас, вот тебе сейчас, вот тебе на сало бы, нахуй. Сейчас он тебя обрызгает. Пошли, Ленка, дальше. Там какашки, птичьи, видишь, какие-то. Здесь какой-то, наверное, какой-то птиц. Вон такой, видишь, какой индюк. Кулю-кулю-кулю-кулю-кулю-кулю-кулю-кулю. Красавец, выходи. Выходи, 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 покажи мне. Покажи мне свои перышки. Выходи, красавец. Какой-то он такой особенный. Мама закрыл свою даму. Какой-то видишь? Особенный, смотри. Наши-то обычные, у которых в обычной там, не знаю, продаже. Они же такие прям пестрые. Куры. Куры. Вот он вышел, вышел, вышел. Сейчас мы тебе посмотрим. Покажи, покажи, покажи. Вот ты какой красавец, покажись. Вот ты какой, вот ты какой хвост у тебя красный. Молодец. Молодец, показал.
Петя Петушок, как это ты? Вот ты уже молодец, как кричишь-то. А ты горло свое лечи. Плохо кричишь, плохо. Очень даже плохо. Ну сейчас лучше тренируйся. Сейчас лучше. Вон еще видишь. А это у нас фазанчики. Фазанчики. Поедем. Надо либо ждать. Только если вечером. Но надо Лего с собой искать убежище. Какая-то сортовая. Сортовая. О, вижу козла. Знаете-ка, я вас покормлю. Знаете-ка, я вас покормлю. Травою. Никакой индюк пришел, как здоровый. Кросс-ловец прям какой. Где-где-где? Где-где-где? Покажусь. Вот он, вот он, вот он, вот он. Какой красавец. Хвост он трясет. Может, он как вот сейчас это брызнет мне струю в лицо. Берегись. И буду я пахнуть, свести и пахнуть. Пошли. Выходим, мужики, выходим. Пойдем, выходим, выходим. Иди ко мне, иди ко мне. На. На чудам, на чудам. Иди сюда. Надо было ему хлебушка. Вон они кушают зерно, видишь, им положено. Дождь идет, что ему будет выходить? Он спрятался. Эй, козел, иди-ка. Козли, козли, козли. А там кто, хрюшка лежит? Глянь, смотри, лежит такая, как его, голову высунула в проем. Вот этот, вот, проем зерной. Дамочку свою. Подтолкнул, да, на выход? Подтолкнул, да. Иди сюда, пожалуйста, иди, иди. Чудо ты. Нет ничего, надо было свою. Капусту сейчас забыла. Капусту. Хлеб не то соображение. У нас дождь, а там солнце. О, там солнце. А здесь дождик. Тучи страшные. Дождь как бы сегодня планировали. И был в прогнозе тоже. Но когда сюда мы ехали, было очень все хорошо. Не было такого ничего. Ничего не предвещало. Но здесь такой погода в Крыму всегда. Если выдаст дождь, то он пойдет. Все, всем спасибо за внимание. А нет, еще не все снял. Подождите, господа, подождите. Вон Хурюндель. Иди сюда, Васек. Вась. Иди сюда, Васек. Василек. Пойди сюда, не стесняйся. Иди сюда, покушай. Тебе лень, что ли, идти? Иди со мной поговорим. Выходи давай уже. Вась, ну выходи. Выходи. Вон какой маленький ленька выскочил. Посмотри, черненький он. Вон он, во втором отделении. Вот, видишь, сейчас пугается, убежит, я же тебе говорю. Вася, выходи, Василек. Вася, Василек. А это вот цесарки. Цесарки называются. Не цесало, а цесарки. Цесало было там. Вот там цесало стоит. Вон цесало стоит. Это цесарки. Вон туда можно пойти. Это селезень. Ленка, вон видишь, вон яичко.
Вот они яички. Да. Видишь, вон лежат? Да, да, да. Утиные тоже носят это яичко. Так что если у тебя взять таких яичных породистых, то они будут нестись так же плодотворно, как и курицы. Потому что курицы соотношение в годовом больше, 300 яиц за есть таких породов. Вот. А вот такой чуть поменьше. Вот и весь год закончился. Какие красивые трассы. Носик греет. И вторая носик греет. Выходной день, суббота. Все отдыхают. Нет, ну, конечно, многие работают, кроме этого нормально. Субботам работают. Просто обычно. Как вам даже сказать? Нормальные люди отдыхают. Вот многие отдыхают, здесь, наверное, беседок, ну, не знаю, наверное, 8-12, вот это вот каждая, как бы, территория, вот. Там можно пройти на площадку детскую, все организовано, нормально, забацать себе шашлычка, вон там тоже внутри, вон там шашлычок уже готовит, и там домик еще один есть, и там домик еще есть, и вот по сих пор, вот тут все домики. Подъехал человек на машинке, разложился, мясо в мангальчик, все, отдыхает еще свежим воздухом. Но единственный минус может быть вот там такого совсем отдыха, эко-отдыха. Расположение дороги возле, то есть шум как бы есть, но загазованность, я думаю, что здесь не такая, как в городе. Там даже Севастополь, уже молчу про Москву. Так что мы тоже отдыхаем. Не прощаюсь. Мы вас приветствуем, земляне. Как обычно, у меня всегда запершило горло. То есть меня будет плохо слышно, но то меня видите. Вы нас видите, не то что меня. Елена и Сережа. Мы приехали в экоферму. Вам интересна экоферма? Нам интересно. Но Ленка не хочет никуда переезжать, потому что она городская жительница. Я даже не знаю, как это дело к ней ее подвести. Вряд ли, наверное, мне это в жизни произойдет. Смотивировать. Не знаю. Если только здесь где-нибудь гектар земли отбахает, но здесь надо мульоны. Замок построить. Мульоны надо. Еще надо пару мульонов кого-то уговорить, но чтобы здесь какую-то штуку приобрести. И надо еще миллиард 20, чтобы кто-то построить. Да. Приближается мужчина, мы исчезаем. Все, пока. Все забрала у маленького. Иди еще сорви травку и принеси им, они покушают еще. Иди сорви травку, вон там. У них острые зубы. Нет, не острые. У них пятачки такие, видишь, кругленькие какие, наоборот. Ну. Лена кормит поросят. Лена, тебе понравилось? Все, переезжаем в деревню. У тебя будет такая возможность, да? Разводим 20 штук. Ты ж маленькому. Маленькому. Ты ж стой маленькому. Они не могут спать детей. Мама. Маленький. Съел малыш ты это? Ой, упустил. Лен, дай. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы едем когда-то? Да. Сейчас. Женщина городская увидела врача, тем более еще маленький. Да. Я понял, Лена, пошли. Маленький. Здравствуйте. Потом придешь и будешь кормить свиней. Что вы хотите? Гуси, куры. Гуси, куры. Куры, гуси. Да, балаболь. Да, вон этот. Я тебя уже на видео снимаю, Лена. ДКП. Какая красота, чабрец растет, ты видел? А там что за поселение такое, я не пойму, там какие-то многоэтажки стоят. Там получается Морозовка, многоэтажка это старое здание. Еще период холодной войны, типа как отвлечь внимание. А-а. А вот те вот два домика вот такие вижу, на одном вижу. Уровне стоят. Вот это этот ЗКП, запасной командный пункт. Ага. Это тоже строилось в период холодной войны на случай атомной ядерной войны. Угу. Вот. Там получается гора это почти вся пустая. Получается там 5 этажей.
заходишь, ну, с любого входа это одно и то же. Вот, там длинный-длинный такой туннель, потом одна дорожка наверх, одна дорожка прямо, такое кольцевое получается здание. Вот, и опять этажей так вниз. И получается вот наверху насыпь, это реакторная шахта. Какая реакторная? Реакторная. А, реакторная. Вот. Просто я на нее обратил внимание, за то, что там как бы надо в лесу вот такое, да, не вазик не могла, то есть искусственное какое-то. Да, а вот тот вот Гасфорд, где байк-шоу проходит. А, ну там, да. Вот, вот это типа карьера была, ну, для отвлечения внимания, чтобы не знали, куда возят бетон, там, щебень и все такое. А, ну все, понял. Вот. И построили, кстати, лазил там, ну, ничего такого интересного. Ну а там внизу, получается, уже выделяют на землю, да, и это, и они там уже строятся, вижу там... А там село, Розок. А, все, да, село уже, да? Ясно. Вот там Чернореченский каньон. Вот. Не успеваем мы, конечно, по времени до него доедем. А каньон-то что такое? Это низина какая-то, да? Каньон? Да. Речка, горы. Ага. Ленька, ты из-за твоей езды, все, мы с тобой профукали. Не, мы, из-за твоей езды. Давайте, соберемся, доедем. Давайте. Да. Да, на вода это холодно, да? Да. И чистенькая еще, наверное, куда еще. 18 градусов максимум. Это такая, как Сережа любит. Покупаться. Да. Приезжайте, 3 часа прогулочка, сюда на час еще купаться. Угу. А, видишь как. Да, там тарзанка дальше есть. Нормально, катиться нормально. Упс, упс, упс. Где вы такую каску взяли? Без понятия, где вы такую каску взяли. А что, Серёга, тебе, конечно, повезло. Чё? Прикольно, да, каска на мне? Да. Конечно, я этого не записывал с собой, немца. Но она реально похожа на немецкую. Ничья другая либо. Ух, какая красотень. Крымская. А сам-то местный, да? М? Сам-то местный, да? Как-то они называются, он еще песни там поют, они лелякуют такие. Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик. За фотку. Это не сверчок. Не, не сверчок? Сверчки анимали. Отойди. А то еще какая-то крокозябра. Тебя укусит. Это как кузнец. Вообще он как кузнец. Иди посмотри, а то я что снимаю тут. Вон там, да, есть такая мелкая. Бассейне? Да. А какая? Розовая, красная, желтая? Не, она маленькая такая. Совсем маленькая? Черная. Да? Рядом вот там озеро есть, там большие. Просто мы пытаемся тут мост моральный построить. Так вот, доска есть, можно ее туда положить еще одну. А нет, вон там, можно? Я думаю, что, наверное, можно. Но если, конечно... Ну вон, раз, два, три, четыре. Нет, лучше оттуда взять, все правильно. Так что давайте, стройте, правда, а что ты говоришь? Отсюда можно это брать? Я думаю, что, наверное, можно. Да не надо.
Хотя, конечно, отругают, наверное, вас. Если забор это, лучше отругают. Тогда нельзя. Тогда нельзя, лучше те использовать доски. Да. Да. Тут под низом не... А вода холодная? Да. Ну, такая как бы, не теплая. Да. Купаться можно будем, нет? Нет. А что нет? Давай. Мы не будем. Давай сколько ступаемся, да и все. Да я уже испугалась. Ногами. Мелко перекусим мы с тобой. Да, перекусим, да. На природе в горной реке. Красота. Да, вон что? Река сзади нас течет. Ох, у меня руки аж дрожат. Красотень. Ну, у нас по-простому, как завсегдата я про катушек, имеется в виду. Нам выделили поскромнее. Это гости там отдыхают, они у них другие там эти мероприятия. У нас были другие мероприятия. Болтают и камеры. Как зря. Еще. Мы направляемся к кошлику. Пойдем его покормим редиской. Мы когда кушали, у нас был редис красный. Мы думаем, что ему это будет не вредно абсолютно. Это мальчик, потому что у него он хвостик висит не сзади, а впереди. Здравствуй, кошлик. Здравствуй, мой хороший. Давай кушай. Да. Ну что ты мне хочешь? Редиска вот. Не будешь есть. А, тогда пойду отнесу хрюшкам. Отнесу хрюшкам. Ты не будешь кушать. Согласен. Катюшка, можно тебя почесать-то? Ушко почешу тебе тоже. Хорошо тебе, хорошо. Фото? И фото, и видео. Все успеваю делать. Костик. Он да холку чесать. Он любит холочку. Хол за ушком любит тоже. Вот за ушком любит. Ты как статуй стоишь, ни влево, ни вправо. Замер, что ли? Ослик. Ослик кушает овес. А мы морим. Потому что лошадь же. Скажи, я же лошадь, маленькая лошадка. Смотри, как... О, нифига себе, Ленка говорит. Да-да-да. Лен, на кого? На меня, на тебя? Костик, хотя признайся. Вопрос, ты же гладил его. Да, блин, точно я. Слушай, тебе надо утекать. Это дело. Что-то я себе не отношу. К расположению мужскому полу. Пошли. Вот такой бравок. Эти мы уже видели. Пап. А это свиноматка вышла. А давай ему мак дадим. На-ка, смотри на ее шерсть. Василек, на, покушай, на, Василек. На, на. На, на. О, съела, да, скажи. Да. Лена, давай скажи нам редиску свою. Другой дадим. Тихо, не надо. На. На. Нет, ты уже ела. Ты уже ела, все. Ну, не с руки, конечно, так мы кормили. Там же еще у нас с тобой одна штука есть, да? Да. Пойдем туда, на сторону. Сейчас большую посмотрим. Она от голода сдохнет. Килограммная у нас здесь 160 есть. О, сколько у него говна? Это не говно, это навоз. А? Это навоз, не говно. Говно это человечье. А животных навоз. Какашки. Иди тебе, да, ушко почешу. Он мальчик принес себе покушать. Дай-ка я поделюсь с ней. На, трава, на соломку. Кушай. На туда ей бросать. Туда вот. Вот туда. Держи! Вот туда. Там смотри, какая гигантская. Руками кинь. Вот и все. А что надо? Как ты это сделал?
Зачем ты мне бросаешь? Вот ты хочешь ее покормить, а сам делаешь что зря. Ты бестолковый, ты хуже, чем поросенок. Да, девочка? Как тебя зовут, скажи, пожалуйста? Маргарита. Как? Аргалита? Маргарита. А, Маргарита, извини, пожалуйста. Ты что, девочка умная, правда, чем ребята? А знаешь, что больше любят поросятки? Именно одуванчики. Вот такие листья есть одуванчиков. Сейчас я покажу. Вот они, вот они, вот они, вот они. Вот если их вот так вот, вот взять, вот этот вот пучок, вот, на, неси, прямо туда, прям бери вот этот пучок. Туда ей ложи прямо на свинке. Какую хочешь кормить? Большую или маленькую? Лучше корми большую, потому знаешь почему? Потому что она мама же является, а там у нее детки маленькие. Вот так и держи, все. Все. И эти покушали, и дети покушали. Потому что такую травку она тоже будет кушать, но больше она любит одуванчики. Вот видишь, как она съела. И все травы съела твои одуванчики, все, что мы с тобой сорвали. Да, да. Покормили, покормили мы тебя, да. Да, 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 да. Фу, какая-то вонючка. Сейчас девочка эту травку сорвет. Одуванчики. И два кормят. Ну что вы, васильки? Василек, Василек. Позади-ка мой. Промолчу, да, Ленка? Василек, 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 Василек. Так, это можно подавать? Смотри, не вот так подавай, не, подожди, не так, не вот так вот, а вот так подавай. То есть вот так вот она сейчас возьмет. Вот, вот так вот. Оп, все. Видишь, я прям. Она съела. Так потом ручки поможешь, когда пойдешь за стол. И все. Не чавкать, ешь нормально. Что, 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 что? Ну что? Забор ты будешь есть. Нету больше кормильца никакого. Дети все ушли. Загнали эти родители. Пойдем, Ленка, маленький посмотрим. Да? Ферма. Ох, баловники эти ребята, особенно тут вот рыженькие. Вот что зря делают балбесы. Мята, Ленка, растет. Да. Мята. Будешь брать 5 мята себе? Петя, Петя, петушок, золотой гребешок. Козочки пришли мы, козочки. Ну что ты, дорогая, давайте поглажу. Давай, давай, давай. Тебе поглажу спинку, спинку. Не только не бодаться на меня. Только не бодаться. Рюшки кушают. Рюшки. И маленький. Лена, ты уронила редисочку. Да, туда я бросаю, все, они найдут. Ой, кто такой? Кто такой, как зовут тебя? Ваня. Саня? Ваня. А, Ванька. Ваня, куда полез ты? Ваня, 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 Ваня. Это ты их накормил, да, получается? Что? Ты их накормил, да, травой? Ну, да. Ну, вот, где слушали. Ну. Тебе какие нравятся? Свинки, большие или маленькие? Маленькие. Маленькие, мне тоже маленькие нравятся. Но большие, знаешь, чем хорошо, потому что они, в них мяса больше. А в кровати больше. Вон там белый, да? Здоровый. Дай я тебя сниму. Покажись на камеру. Вот. Скажи, как тебя зовут-то еще раз. Ваня. Ваня. А сколько тебе лет, Ваня? 5. 5. А ты здесь чего делаешь? Приехал для чего? Кормлю свинку. Свины кормишь. А птичек ты не кормил ни разу еще? А пойдешь? Да. Да? А ты один здесь приехал или с мамой, с папой? С мамой. С мамой. Что делаете здесь? День рождения, наверное, отмечаете? Что ты мой палец кушаешь? Ты... А? Нет, просто, да? Да, просто. Мясо, да, пожарить? Шашлычки покушать, да? Ну, у Димовка, он отдыхает, и ему на природу. Приехал. Ну, молодцы, правильно. Сам где живешь? В Севастополе? В России. А в России? Откуда именно? Какой город? Наймаш.
Юмашево? А, Севастополь, да, получается? Ну, все, я понял. Меня зовут Сергей, если что. Хорошо? Будем знакомы. А тебе как нравится свинка? Черная или беленькая? Или вот которые штаники? Такие. Штаники. Черненькие с беленькими. Вот, сейчас свинки и покушают редисочки. Мама, ты же уже, смотри, а маленький борются, смотри, между собой. А сами ты не видишь, что там валяется еще редиска? Он ел, смотри, маленькие свинки. Маленькие, три штучки, значит, три штучки всего лишь. А, ну, в принципе, ну, хотя, подожди, это же, как он называется, вьетнамская, она должна была, ну, да, три, 12 было. Нет, маленькие, колёсные. Вон, хвостик какой у него. Тин-тин-тин-тин-тин-тин по сторонам болтается. Что-то ищет. О, зачесалась. Мордень. Зачесалась. Черненький. Беленький. Он так быстро едят. Ваня, парни, видите, какой? Молодец. Молодец. Я. Как тебя зовут, девочка? Скажи, пожалуйста. Яна, меня зовут Сергей. А я тоже кормлю свинок. Ты любишь свиней, да? Ну да. Да? Ну, вон, сука, Ваня накидал, он травы много. Маленькую покормить. Маму. Ой, это на голову попало. Свинка, свинка-то маленькая. Пик-п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 ик. Такие два типа лежат, да, на солнце один за одним. Смотри, как синхронно они. Вот он, да, балдеж на солнышке. Да. Поднаели, смотри, да, и так легли на живот, лапки поджали. А черный, видишь, кушать хочет, еще не наелся. Кстати, стой, все поели, на самом деле. Нарвал им травы, один теперь кушает. Нас встречают. Кто это, мы не знаем. Просто уличный песик. Да, песик, как его зовут? Федор. Федорок. Оп. Еще одна экоферма.
Ну, мы как бы тут уже не будем останавливаться. Тут тоже очень много живности, очень много живности. Здесь рыбу именно продают. Потому что мы ждем транспорта, ребята. Нам надо уехать отсюда, как можно засрочнее. Как можно срочнее уехать там надо. Что трёшь возле меня? Я тебе хозяин, что ли, этого? Нет. Я душка добрая, но кормить мне тебя нечем. Все съел? Не я твой хозяин, там у тебя есть хозяин. Ты лучше там машину какую-нибудь установи, то нам уехать надо тоже. Стоим, здрасте. Как две. Как два. Как две. Песик, как тебя зовут-то? Он не любит сниматься. У него передние лапки стоят и задние. Как бурелин, что ли? Танцор. Где ты дороги? Смотришь. Что ты скажешь? Ну-ка, скажи нам что-нибудь. Скажи, я пузик. Тоже пузик. Да? Ушами не маши. Разговаривай. Пузик. Все, давай. Надо автобус еще там.